Черные ручки, бланки и листы с заданиями. Диктант Победы – своеобразный экзамен не только для школьников, но и взрослых. Герой России Александр Головашкин сегодня пробует свои силы впервые. Считает, знать события истории своей страны – долг и обязанность каждого. Мы, в принципе, про себя мы должны знать все. Так что здесь, наверное, я согласен, это сложно все в голове не удержать, но основные моменты, наиболее крупные и яркие, которые вот именно связаны с историей нашей страны, знать нужно, важно и обязательно. События блокадного Ленинграда, операция «Багратион», освобождение Крыма и Севастополя стали главными темами диктанта в этом году. А центральной локацией – партизанская деревня в парке «Патриот». И это символично. Т-55, Т-62, Т-72 и все это высшие стандарты. Бронетехника разных лет, уникальные образцы авиации, даже редкие экземпляры военной формы. Сегодня, в день проведения диктанта Победы, каждый мог окунуться в атмосферу событий 70-летней давности. Буквально вся история страны в экспонатах масштабного парка, который еще лет 10 назад был небольшим музеем, рассказывает Александр. Территория преобразилась. В те годы, когда я здесь был, это первый раз, по-моему, был в четвертом классе. Один большой ангар, вся техника в одном месте находится. Но, тем не менее, как по-детски, по-ребячески, это интересно. Сейчас здесь 500 единиц бронетехники и 6 тематических павильонов. Ежедневно парк посещают сотни людей со всей страны. Сегодня, благодаря проекту, прикоснуться к истории смогли школьники и волонтеры, дети войны и сами ветераны. Диктант Победы объединил всех. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».